спортивном зале «Уникса» состоялся матч спартакиады вузов Республики Татарстан по баскетболу среди женских команд. Сборная Казанского федерального встретилась лицом к лицу с командой КХТИ. К вузовским соревнованиям университеты готовились в течение всего года. С первых минут игры КФУ взял инициативу в свои руки, лидируя на протяжении всего матча. Команда КХТИ много раз прорывалась к корзине соперника. Броски были результативными, но, к сожалению, не принесли команде победы. После первого периода счет игры составлял 4-15 в пользу Казанского федерального. Достойный соперник продемонстрировал хороший уровень игры. Матч закончился со счетом 67-21. Поздравляем с победой сборную КФУ!